Товарищ Миров, вот. Да-да. Тут поступила телефонограмма от зрителей. Кому? Нам. Нам? Угу. Так, начинается. Чем недовольны? Да нет, понимаете, просят нас спеть. Спеть? Ага. Что, тут так и написано? Так и написано. А там не написано, чем мы петь-то будем. А? Этого не написали. Ну, в общем, телефонограмму, это что, вы получили? Что? Я. Вот вы и пойте. А я, если нужен будет, подпою. Ну что ж, давайте попробуем. Пожалуйста. В умах ученых много лет живет мечта заветная. Взлететь при помощи ракет в пространство межпланетное. Любым опасностям в лицо взглянуть без колебания и разгадать в конце концов загадки мироздания. Кто там Сатурна взял в кольцо, каков характер Млечности и было ли в конце концов начало бесконечности. Познать природу звездных масс и как там с атмосферою. Узнать, какое время Марс встречается с Венерою. Давно уже мечтали связь установить с планетами. И вот проложен путь сейчас советскими ракетами. Принадлежит ученым честь постичь тела небесные. Но и у нас к планетам есть вопросы интересные. Какие на Луне поля, какое население и как на Марсе климат для высокого давления. По поводу каких проблем там спор с идеалистами. И как при разности систем идет обмен туристами. И нет ли атомных угроз, и кто под чьим влиянием. И как у них решен вопрос о сосуществовании. И нет ли в небе до сих пор колониальной практики. И как ей там дают отпор отдельные галактики. Какой язык на небеси, и есть ли переводчики. И сколько лунные такси берет на Марс вершочек. Как урожаи на Луне, какие там вредители. И как на лунной целине обслуживаю зрителей. Как в школу ходят дети, как мамы их напутствуют. И есть учебники у них, или как у нас отсутствуют. И есть ли среди лунных дам гадалки с чародейками. И если есть бараны там, то как дела с яйками? Сообщают нам, что марсианка Людочка по новой моде носит там мужские брюки дудочкой. И что лунатик в коктейль-холл, войдя с партнершей об руку, во время танца рок-н-ролл с Луны свалился в облако. И есть один вопрос вполне серьезный и нешуточный. Какие сутки на Луне? И сколько платят суточных? И правда это или вздор, что где-то меж планетами один женатый метеор живет с тремя кометами? У нас ученых званий нет, фигуры мы не видны. Так пусть там примут наш куплет, как шутку безобидную. Ведь спутник создан был у нас, и есть такое мнение, что мы-то вправе быть сейчас в хорошем настроении.